Имеет полномочия предлагать кандидатуру генерального прокурора, это президент. Поэтому это его сфера ответственности как за все достижения и позитивы генерального прокурора, так и за все просчеты и недостатки. Верховная Рада – это коллегиальный орган. Если нет партии, у которой есть большинство голосов одной, то нужно договариваться с другими политическими силами. Наша партия находится в коалиции с блоком Петра Порошенко. Мы дали 75 голосов за закон, необходимый для изменения законодательства о прокуратуре. Другие политические силы не поддержали данный законопроект. Значит, нужно или проводить новые раунды консультаций, или нужно изменять стратегию и тактику президенту. Предлагать другого кандидата, или же ему нужно заново вносить данный законопроект. В ближайшие дни мы увидим дальнейшую стратегию президента Петра Порошенко. Но Украине нужен генеральный прокурор.